Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Денис ГТ. И сегодня у нас уже не будни. Фак, мне долго ехать очень до дома. Ладно, это сегодня уже не будни обычного пацана в на Fresh Roleplay или же Fresh World RP. Это будни военного, бухашего военного, который еще не отвис от виски и водки. Ёпарсите. Сегодня, да, именно, как вы поняли, я поеду в военкомат, устраиваться в армию. Ё-моё. Я постараюсь, конечно, в армию устроиться, не знаю, получится мне. Военкомат. Проезжаем уже небоскреб. О, как красиво вот отсюда. Вид тем более красивый. Вот. Погнали сюда быстрее. Fuck you. Мой дом тут, да, правильно видим. Ё-моё. Тинч. Только не это, сейчас бухавший пойдет. О май гад. Тыщ. Пока моя машина. Искар один. Инферно закон. Там мой. Надо искать хотя бы что-нибудь. Или сдохнуть. Дайте лучше сдохнуть, брат. Сейчас потом поедем сразу же в армию на мопеде. Не на машине, а на мопеде. Потому что мне сразу надо в армию. И постараемся устроить меня. А если не получится, тогда пойдем устраиваться, точнее, играть на айов. О, здорово, бухать будешь. Я сейчас и забью нахрен. Знаете, нахрен, на. Плиз, убей. Набухался. Короче, ладно, я кривляю сейчас на самом деле. Надо быстро добежать до дома. Господи, меня шатает, меня уже сейчас самого не зашатает. Где-то дерьма. Блин, можно быстро сдохнуть? И прям сейчас назад. Господи, что? Вот нахрена я в прошлой серии бухал, больше не буду никого бухать. Блин, до дома даешь. Но надо еще идти, в чем прикол, не бежать, а идти. Ладно. Нет, даже так нельзя. Слушайте. Раз, два, три. Так, вот так. И раз, два, три. Во, вот так вот надо, да. Сейчас она так сдохнет. Надо сдохнуть просто и все. Ну не могу сдохнуть, блин, что за дерьмо? Так. Ладно. Сейчас найдем путь, короче, ребятки. Сначала умрем как-нибудь, надеюсь. Бала, злачный на район. Территория Балас розовая. Грустрит маленькая территория. У Вагасов, по-моему, до хрена. Килдемон, управитель. Слушайте, может устроимся в Баласы? Погнали в Баласы, быстрее отдыхать, дебил. Кстати, это Е, отсюда можно прыгать. Я потом сдохну еще. Желающий район тут написали. Ты даже так не, он не падает, господи. Тебе даже так не больно, что ли, прыгнуть, не знаю, с кого. Тебе надо сейчас, короче, как я понял, окей, придется так, значит. Вы уже поняли, да? На крышу? Погнали на крышу. Нет, не получается. На крышу? Опа. Я просто... Знаете, как немножко.
Еще упал, блин, давай еще упади. Наркотой. Что ж у тебя не получается? Рукожопа, что ли, я не понимаю. А, ну тут можно. Нет, отсюда уже нельзя. Не можно. Опа! Нет, нельзя тут. Вот отсюда можно, отсюда можно. Сначала на вентилятор, потом... Шатать перестал, да неужели? Блин. Я не знаю, как, кстати, тут. Или можно как-то, интересно. А, во, можно. Тут на эту вот хрень, и вот на эту вот. Что не получается-то? Да вы шутите, что ли? Отсюда он не может залезть, ничего. Рукожопа такой, что ли? Да ё-моё. Я хочу вообще с крыши спрыгнуть, чтобы сдохнуть. Все, мне только сдохнуть надо, и все, блин, а! Рукожопый, блин. Прыгнуть нормально не может. Короче, вроде сок сначала. А, вот, все, в жизни, кстати, появились. А нельзя подогнать мусорку, нет? Или подогнать вообще можно? Нет, ее нельзя подогнать, как я помню. Нет, нельзя, слушайте, ребят. Стул можно? Эфак. Нет, нельзя. Тогда я не знаю, как сюда забраться. Только с одним условием знаю как. Вот на эту хрень запрыгнула. Я не знаю, как на нее запрыгнуть, что такое. Видите, я прыгаю, и там не прыгается. Ладно, ребята. Короче, серию, просто тупая серия, ребят. Вот в следующей серии мы уже точно устроим себе военную. Всем удачи, всем пока. Так, с вами был я, Дмитрий Дэвис. Всем бай-бай.